Здравствуйте, друзья, с вами Павел. Вот, сегодня хотелось бы рассказать вот об этом вот датчике. Вот он недавно пришел, решил сделать на него обзор. Это датчик HCSR04. Вот, это ультразвуковой дальномер. Вот, для чего он нужен? Но обычно его используют в робототехнике для определения препятствий. Вот, он, в общем, путем ультразвука показывает расстояние. Значит, ну давайте по техническим характеристикам немножко пробежимся. У него 4 контакта подключения. Подключается путем питания у него 5 вольт. Вот. Диапазон измерения от 2 сантиметров до 400 сантиметров, ну до 4 метров. Точность измерения плюс-минус 1 сантиметр. При максимальной дальности, то погрешность уже достигает 3 сантиметров. Угол измерения где-то 15 градусов. Вот. Значит, ультразвуковой диапазон работает на частоте 40 кГц. То есть звуку это не слышно. Вот. Рабочее напряжение, вот, ну, как я уже сказал, от 4,8 до 5,5 вольт. Вот. Диапазон рабочих температур от 0 градусов до 60, плюс-минус 10%. Вот. То есть подключаем по 4 контактам, допустим, к Raspberry Pi или Arduino, да, и у нас ультразвук начинает работать и показывать примерное расстояние. Вот. Я вам сейчас как раз и хочу на примере Arduino показать, как он работает. Вот. Взял я на этот раз Arduino Uno, Nano. Он уже показывал с объемником. Вот, решил теперь вот на него сделать. Вот я припаял уже ножки. То есть был обзор на Nano. Вот, ножек еще не было. Я вот их припаял. И решил вот с помощью нее вам показать, как это все будет работать. Ну, давайте. Единственный минус, что у меня как бы и тут ножки, и тут ножки. Пришлось мне брать макетную плату для соединения. Да? У Uno как бы есть разъемы мама. Вот, было бы проще, потому что у меня контактные провода, они мама-папа. Вот, пришлось через макетку это все. Ну что ж, перешли мы на компьютер. Значит, схема подключения вот такая. Значит, смотрите, вот 4 ножки. VCC, Trink, Echo и GND. А VCC и GND это плюс, а GND это минус. То есть подключаем. Минус GND у нас идет на вторую ножку. Видите, да? Вот. VCC это у нас плюс. Он идет у нас на пятую ножку. На 5 вольт плюс. Вот. Ни в коем случае не на 3,3. Потому что питается у нас он от 5 вольт. Далее идем. Эхо у нас идет на девятую ножку. Вот. Тринг у нас идет на восьмую ножку. Вот. Все, по этой схеме подключения у нас все должно заработать. Вот. Значит, сейчас одну секундочку. Так. Значит, что первым делом делаем? Ну, открываем у нас программу Arduino. Вот он сам код. То есть тут девятая будет ножка. Тут восьмая. О. Значит, вот он код. Первым делом, вот я до этого на Uno показывал, да, тут плату. Выбираем нашу плату, то есть надо, выбрали. Вот, выбираем ком, ком 3, да. В управление заходим, чтобы посмотреть, на каком ком-порту у нас Arduino. Вот. Видим, что она у нас на третьем ком-порту. Если кто не знает, как установить драйвера, в прошлом видео по обзору Uno я показывал, как установить драйвера на нее. Вот. Значит, все открыли, посмотрели, все у нас должно законнектиться. Да? Проверяем код первым делом. Вот, все, как бы ошибок нету, да, занимает 10% памяти. А да, обязательно вот проверьте, точнее, вот у нас сам код. То есть видно, что объявляем пины. Эхо пин у нас 9 пин. Тринг это 8 пин. То есть видно, да? Вот.
эхо и тринг. Вот, объявляем их. Вот, далее пишем, что у нас будет по компорту подключение. Вот, точнее, вывод у нас будет по компорту всех данных. Вот. Ну и что у нас тут еще интересного такого? Вот, тут у нас получается формула для высчитывания сантиметров, да, показывает все это у нас будет в сантиметрах. Вот, с частотой где-то 0,1 миллисекунды вот, будет обновляться. Так, ну что ж, давайте зальем скетч. Вот, залили. Все у нас как бы все нормально залилось, все хорошо. Давайте посмотрим, что в итоге у нас будет показывать. Вот, видите, у нас показывает где-то 171 сантиметр. Вот. 169, 179, это сейчас расстояние до потолка, потому что датчик у меня установлен вверх. То есть, как только я подставляю руку, видите, у меня уже на 34 сантиметрах. Вот. На 50, ближе, 22, ближе руку подавляю. 8, 8, 7, 5, 4, 3, 2, вот, 2. Меньше 2, видите, не показывает. Хотя я уже прислонил полностью. Он у меня начинает сбоить. Вот. Вот такая вот штучка, это самый простой код, вот, ну, он работает, все замечательно. Так, ну что ж, давайте ссылочку я вам на этот код оставлю в описании, вот, ссылочку на ультразвуковой дальномер тоже оставлю в описании, ссылочку на UNO тоже оставлю в описании. Вот, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет много всего еще интересного. Все, всем удачи, добра, пока-пока.